что, это снова Сатюк Шоу. Мы в кадре на Одесса Fashion Week. Оля, ура! Сегодня третий день. Ну, если считать наши конференции, у нас очень насыщенная неделя моды. Мы не только модные, но и умные, просвещаемся в красоте. Да, и, конечно, огромное спасибо дизайнерам. Эльвира Гаврилова, я сегодня просто, по-моему, принцесса. И, конечно же, Ирина Гагауз. Ну, твои украшения подходят, по-моему, под любой мой образ. Поэтому огромное спасибо. Мы сегодня будем блистать. Я сменю еще, наверное, один наряд. Так что мы, кстати, с Олей подходим в зелененьких оттеночках. Такие красавицы. Это ты про кепку? Ну что, смотрим, смотрим коллекции. Следующее выступление посвящается творчеству Ксении Михайловны Ситник. Что думаешь о мероприятии? Шикарное мероприятие, много модных людей, много шикарных нарядов. Все шикарно. Как тебе ведущая сегодня? Прекрасно выглядит, прекрасно видит. Спасибо большое. Что вы скажете сегодня, как вам ведущая? Да, очень классно, самый красивый, самый хороший ведущий. Прекрасно. Ваш оператор тоже супер. А вам как ведущая сегодня? Я считаю, что даже не королева. Это как генералиссимус. Не, ну на самом деле, я даже не знаю. Может, даже не стоит вообще всем выходить, потому что после такого выхода ведущий. Стоит ли пытать свои силы? Сейчас что-то будет исчезнуть. Oh,
from this time to run. I sure have never let you leave. You were the only one. I sure have never brought you here. I sure have told you from this time to run. I sure have never let you leave. Ставят баннер, откуда ты знаешь? Пойдем, пойдем в зеркало заснимемся. А то мы сегодня даже... Та-дам! По концу желаемого результата мы получили. Человек, Геннадий. Это человек, пауза. Геннадий, у которого всегда главная спина с прекрасным логотипом Одесса Fashion Channel. И грусть тоже. Не знаю, со всех человек, сторон, Руслан. Человек, которого нету за кадром, но благодаря ему все видно. Не знаю, в твоем кадре всегда сделано. Пока. 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 Да. Может быть, быть да. Это важное. Мне кажется, эта фраза, да, все, которые повторяют на этом. О, блин, оказывается, раскрывается, а я думаю, блин, почему так неудобно одеваться. Оказывается, можно так снять. NR, спасибо вам огромное. Я сейчас, конечно, уже полураздетая, но все равно спасибо. Мне кажется, что было очень красиво и необычно. Ну как вам сегодня? Слушайте, вы со всех сторон снимаете, там меня уже снимают. They are.
надо было как бы поснять Настя, что заканчивается все вместе. Давай. Кличка есть? Кличка здесь и где кличка? Что скажете сегодня? Ничего. Я злая. Я уехали, знаю. А тут такой вкусный тортик. Давайте, бэкстейдж. Бэкстейдж. Ну что, закончилась неделя моды. Прямо сейчас все расходится и разбирается, а у тебя же нет таблички. А не важно, что случилось? Если вы думали, что Настя была именно в этом наряде, да, именно так и было. Она была в этом наряде, правда, здесь не хватает еще прекрасных украшений от Гагауз. Но можете посмотреть то, что она делает на мне. Прямо сейчас, да? Вот, и, собственно говоря, это финал. Финал. Разбирают прямо здесь подиум. Финалочка. Вышел. Вот, ха-ха-ха, все стихи Ольги Сатюка. Ничего себе, прям сразу, прикиньте, открывайте первую страницу и середина, да, сразу, середина. Да, такая классная, она создала в журнале «Осенний выпуск Ukrainian Fashion Academy». Спасибо огромное журналу, спасибо огромное всем. С вами был Сатюк Шоу, до следующей встречи и подписывайтесь на наш канал. Ну как вы? Вообще просто нереально. Взяли такое ощущение, что я тут сцену ставила вот эти стулья и баннер. Устали? Ощущение, что я метров и 7. Даже не знаю, как я 3 метра баннер. А вы точно сестры? Сделала фотографии? Нет.